следующая новость. А следующая новость лежит перед Тиграном Кеосаяном. Александр Лукашенко, президент Беларуси, посетил Армению вместе со своим 5-летним, если я не ошибаюсь, абсолютно сыном. Верно. Кризис, короче, экономит на няньке. Усатый нянь. Я сам. Усатый нянь. Похоже, на второй, смотришь, усатый нянь. Вот смотрите, это фотография. Лукашенко делает пиар на сыне. Значит, друзья, Александр Лукашенко со своим сыном. Кстати, как зовут сына? 5-летний Коля стал участником президентских Странная переговоров. Странная фамилия у Коли. 5-летний. 5-летний, да. Николай Александрович. А у меня Саша 5-летний. Каждый год фамилия меняется. Так, я еще зачитаю. Значит, президент Беларуси посещал с официальным визитом Ереван. По трапу президентского самолета батька спускал... Вот отлично, батька. Вот наконец уже с сыном, вот батька. По трапу президентского самолета батька спускался вместе со своим внебрачным сыном. Вот удивились его официальные дети, встречающие его в Ереване. Папа говорит, я не хочу рассказывать про ту посевную. Просто познакомьтесь, Коля. Познакомьтесь, да. Коля, он будет жить с нами. Что удивительно, во время учений, которые были в Беларуси, генералы докладывали не Александру Лукашенко, а маленькому Коле. Да ты что, серьезно? Конечно. Знаете, я, если честно, понимаю, что... 5-летний сын Лукашенко уже обладает определенным влиянием в Беларуси. И это объясняет, почему министром финансов Беларуси стал Каркарыч.